Уважаемые жители России, много лет подряд вы подвергаетесь унижениям и показным издевательствам в своей собственной стране, отдавая все и ничего не получая взамен. Правовой и законодательный беспредел, коррупция и вдобавок непрерывный поток лживой пропаганды, льющийся на вас из телевизора, привели к тому, что многие люди принимают это как должное и не представляют своей жизни иначе, а сопротивляющиеся подвергаются гонениям. Однако есть место, где пока еще гражданам России не получается промывать мозги. Это интернет. Здесь человек всегда может найти единомышленников, узнать информацию, не подвергнутую цензуре, из первых рук и сделать выводы самостоятельно, но под прикрытием заботы о детях и борьбы с пиратством, а на самом деле с целью установления тотальной цензуры над сетью интернет и желания получить больше денег, развернута кампания по контролю над сетью. Вместо настоящих новостей вы будете видеть ту же ложь, что и на Первом канале. Отдавать из вашей небольшой зарплаты деньги на подделки, которые вам преподносят как искусство. Тот, кто захочет попасть в свободный интернет, будет вынужден нарушить закон и вполне вероятно окажется в тюрьме. Если вы позволите забрать у вас интернет, то больше никогда не получите его назад. Протестуйте против любых законов, покушающихся на вашу свободу в сети. Не позволяйте ограничивать свободный обмен информацией и не верьте лживые заявления об опасности мировой паутины. А всем ответственным за эти действия необходимо понять, что попытки установить в сети свой контроль и повлиять на интернет-сообщество не будут смиренно приняты. На каждый закрытый вами сайт мы взломаем два. На каждую вашу ложь мы ответим разоблачающей правдой. На каждую вашу меру мы найдем контрмеры. Мы аноним. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.